Ленивый вандал появился в Приокском районе. Чтобы особо не напрягаться, он крушит имущество прямо в своем подъезде. Камеры видеонаблюдения, установленные в доме, судя по его поведению, его не просто не смущают, а наоборот, вдохновляют. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Получается 4. Здесь еще 3. 7, 8, 10, 12. Вандализм. Зашли два молодых парня с этого дома. Вот камера, пожалуйста, вот она. Все снялось, все видно, картинку видно. Они два раза ломали ящики. Первый раз они спустились с этажа, молодой человек. Вот эти ящики сейчас разломал. Потом вышли на улицу, где-то буквально через полчаса зашли обратно. Опять переломали ящики, вызвали лифт, поднялись домой. Парень молодой, живет здесь. То, что его соседи узнали. Это ломал парень 17 этажа. Вот однокомнатная квартира с той стороны. Он просто намотал на руку ремень, чтобы это, как говорится, костяшки не разбить. И начал просто бить их. Помахал рукой, то бишь, понятно все. Либо не в адеквате, либо обкуренный, либо выпивший. Откровенная наглость. Ой, действовать по-соседски. Законных прав таких нету на такие воздействия. Ну, неудача. Да. Ну что, здесь сейчас господа участковые и жильцы с ними, господа полиция, будут разбираться. Мы до этого пытались своими силами, когда был до этого вандализм. Угу. Вот, как бы договорились, все отремонтировали. Угу. Сейчас люди просто не понимают. А здесь жесткие меры принимать.